Всем доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня выражу свое мнение по поводу протеинового батончика от фирмы PowerPro. Это, кстати говоря, хочу отметить, что это, блин, не реклама, повторяюсь. А то начнут мне всякую гадость писать. Вот, у меня подписчиков немного, просмотров немного, поэтому смысл мне платить, блин, за 50 просмотров, но это бред полнейший. Так вот... Я перед этим делал видео по поводу протеинового батончика от фирмы Monster, кажется. Monster, да. Monster. Ссылочка сейчас будет вот здесь. Вот здесь. На это видео можете перейти посмотреть. И что я могу сказать после батончика PowerPro? Так это то, что батончик от PowerPro гораздо вкуснее. Раз эдак в 5. Да. Это без преувеличения. И что самое главное, не все, конечно же, батончики PowerPro хороши. А черт, у меня батарея садится на камере, поэтому придется сейчас экстренно сменить. Но думаю, сейчас быстренько управимся. Так, вот, собственно, я батарейку и заменил. И как хорошо, что есть запасная батарея. Вообще, у меня батарея на камере стоит в 2 раза больше емкости, чем моя родная. И моя родная, кстати, была заряжена. В общем, быстро я все это дело сменил. И сейчас могу продолжить съемку. Так вот, что я там, о чем я там говорил? О протеиновом батончике Monster, ссылочку я там выложил. Вот, на магазин ссылочку выкладывать не буду, потому что в целом мне батончики от Monster не очень понравились. Они, скажем так, ну, такие средние. Может, даже немножко хуже. Единственный плюс, это то, что там много белка, они больше по объему и, скажем так, не особо дороже. А если быть точным, то там где-то... Один батончик, ну, плюс-минус, там, $1 стоит, да? Ну, где-то 28 гривен получается. На рубли там можете перевести, по-моему, на 2,5, кажется, что-то такое. Но, я не знаю, в России Monster продают, наверное, скорее всего, нет, потому что это украинский производитель. А так и сейчас траблы между Украиной и Россией, поэтому не знаю. Может быть, где-нибудь как-то и провозит. Так вот, протеиновые батончики от PowerPro тоже не все хорошие. Дело в том, что почему Monster мне не особо понравился, потому что, во-первых, там вкусовые качества не очень были. Так себе. И что неприятно было, это то, что батончик во время пережевывания очень сильно прилипал к зубам. Что-то похоже, как на конфетку ириска. Когда жуешь, блин, и оно там так к зубам прилипает, что просто какой-то кошмар. И конечно, постоянно выдираешь оттуда. Так вот. И не все батончики PowerPro хорошие. Они тоже пристают к зубам, но, по крайней мере, там гораздо более приятные вкусовые наполнители, которые действительно приятно кушать. И они не так липнут к зубам, но липнут. И самый лучший батончик из всех, которые у них есть, по крайней мере, из тех, что я пробовал там вишня, ваниль, шоколад и еще какой-то был. И больше всего мне понравился вот этот вот орех. Их там, кстати, 2 вида. Есть с черносливом. А, вот. Очень вкусные батончики. И они по консистенции похожи на что-то. Я уже вот, извините, но забыл. Какой-то батончик они мне напомнили из магазина. Вкусный. Вот. И эти тоже нормально. По вкусовым характеристикам просто замечательно. Прям вообще душа радуется, кушаешь. Я вспомнил, на пикник похоже, точно, пикник. А я думаю, что же они мне напоминают, батончик пикник. Да, вот только в пикнике у нас очень много углеводов и сгулькин нос белка. А здесь у нас белка, сейчас даже зачтем. Здесь у нас белка получается на одну порцию 60 грамм, 21 грамм белка. Всего 237 калорий. В батончике углеводов у нас 18 грамм и жира 8 грамм. А, собственно, жир и белки нас волнуют больше всего. Я имею в виду в плане того, что когда на диете сидишь, желательно потреблять жирную и белковую пищу. И урезать, либо полностью урезать углеводы, либо иногда подкидывать. Ну, либо на, скажем так, минималках сидеть. А вот, и... Это называется кетоновая диета или безуглеводная диета, или низкоуглеводная диета. То есть разновидности есть разные. Так что сейчас еще даже зачитаю вам состав. Состав. У нас здесь молоко сгущенное с сахаром, белок молочный, сыворотки концентрат. Потом белок гидролизованный
коллаген добавляют у нас здесь. Ну, это, если кто не в курсе, обычный желатин магазины. То есть, ну, это же понятно, в рецептуре таких вещей в основном используется, насколько я помню, желатин. Ну, по крайней мере, здесь он есть. А вот и это очень хорошо. Потому что там как бы коллаген, это для связок, для суставов замечательно. Так, потом у нас смесь орехов, фундук, арахис 12%. Белок молочный, казеинат у нас здесь есть, глазурь, шоколад, сахар белый, жир растительный, какао-порошок, эмульгатор, лецитин. Здесь у нас просто на украинском написано. Я как бы сразу перевожу в голове для вас, чтобы вы не обращали внимания на то, что я могу запинаться. Потом у нас здесь, так, это лецитин, ванилин есть, изюм, курага резаная, потом шарики рисовые у нас здесь с какао. Ну, это то, что у нас в пятник кидают. Вот, крупа рисовая, какао-порошок, сахар белый, экстракт ячменно-солодовый. Потом масло, значит, кукурузное у нас есть, мальтодекстрин, вода питьевая, сироп глюкозный, регулятор кислотности, лимонная кислота. Ароматизатор идентичный натуральному, ореховый. Витаминный комплекс нас уже не особо интересует, здесь у нас комплекс витаминов. В батончике у нас 10 витаминов получится. Но это не удивительно, даже если мы возьмем обычный батончик пикник, там тоже есть витамины, потому что есть все какие-то другие компоненты, тоже рис есть в составе. И, в общем, собственно, много чего еще. Мне там на телефон уже кто-то звонит. И, в общем, неважно, ладно, пускай звонит, я, если что, перезвоню. Что хочу сказать по поводу этого батончика в заключение. Батончик замечательный, вкусный, не липнет зубам, очень похож на батончик пикник. И что самое главное, здесь у нас достаточное количество белка. Ну и, скажем так, среднее количество углеводов. Это для диеты самое то. Поэтому обязательно рекомендую к покупке. Это гораздо лучше, чем батончики от Monster. Ссылочку я там выложил в описании. И, кстати, если кто там собрался заказывать Power Pro, я даже выложу ссылку на магазин. Я когда-то, помню, там давненько это было, правда. Не знаю, как сейчас у них обстоят дела, но, по крайней мере, тогда, когда я покупал у них товар, я заказывал гейнер, по-моему, 2 килограмма. Да, 2 килограмма гейнер. Это был черная смородина, точно. Я даже вспомнил, какой там гейнер покупал. Тоже от Power Pro, кстати, фирмы. Очень вкусный гейнер. Вот, я выложу ссылку на этот магазин, потому что я там уже покупал. Это проверенный магазин, я не буду укладывать. Хотя я, наверное, выложу ссылку на магазин и... Где я, в общем, покупал этот батончик у нас в городе. Потому что у нас есть магазин стационарный и есть магазин в интернете. Вот, магазины проверены, я вот именно конкретно здесь у себя в магазине беру, потому что мне нет смысла заказывать откуда-то, это, во-первых, время ждать нужно, да, ну и по цене как бы не сильно дешевле выходит, то есть, ну, чуть-чуть, там, где-то приблизительно на 50 гривен, то есть, там есть Move Your S, по-моему, магазин, я ссылку на него выложу, если не забуду, конечно, обязательно напомните мне в комментариях, напишите, вот, если я забыл, но я постараюсь не забыть, вот. Так о чем я? Черт подери. Ах, да, заказывать. По поводу ценника, мне нет смысла заказывать с интернета, потому что здесь по цене все, в принципе, нормально. Меня устраивает. Там в магазине, я уже не помню, сколько там цена, там, по-моему, за 20 протеиновых батончиков что-то около 400 с чем-то гривен. Вот. Ну, плюс за доставку еще заплатишь там где-то гривен 50-60. То есть сэкономить 40 гривен, это как бы... В нынешних реалиях это мелочи, то есть чуть больше $1. Так что вот такие вот у нас дела были. Батончик от Power Pro ореховый. Обязательно рекомендую. Очень вкусный батончик. И там за остальные не отвечаю. Вот, но именно этот ореховый и там еще другой ореховый, они очень вкусные. Поэтому... Такое вот видео сегодня было, так что ставим лайки обязательно, комментируем видео, подписываемся на канал, если не подписаны, нажимаем на колокольчик. Всем спасибо за просмотр, до скорых выпусков, дорогие друзья!